Какие ожидания от первого матча сезона? Мы все взволнованы. У нас будет аншлаг, полный стадион болельщиков. Они будут кричать, поддерживать нас. Мы собираемся насладиться этим. Салават Юлаев – непростой соперник. Как их победить? Да, они играют жестко, будет силовая игра, надо быть готовым к высоким скоростям и очень энергичному хоккею. А как атмосфера в команде? Все отлично, все хотят победить.